Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чаруна Дайам Гопи Джано Самаюктам Винда Банам Манугар Ванчакалпатарувасчакипасиндубевача Патитананг Павунибхавайшнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Джаткипатамаханг Банде Парамаханандавадавам Бриндавай Тулсидеввай Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудира Шанкетане Кришна Като Падеша Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йогто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагна Бхавиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи Тагамипигаво Душвадарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипан Гароса Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита хужау канака абдату Шанкетаной капитару камала хитакшау Вишам бару дижа бару жугадхарма палау Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Бхагам Нараяна Прияманга Мада Пхарам Барана Сипуравати Бхаджави Шанатам Ваги саджасва бадане Лакшми риджасва ча бхакшаши Ясьясти хидая самбид Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Nibritta tarshai rupagiyya manat, bhavau shadachatra mano virahamat, ka uttama sloka gunanu bhadat, viram meta bina pashugnat. Nibritta tarshai rupagiyya manat, Nibritta tarshai rupagiyya manat, bhavau shadachatra mano virahamat, ka uttama sloka gunanu bhadat, viram meta bina pashugnat. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад говорит, что чистый вайшнав никогда не чувствует влечения ни к чему в этом материальном мире. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Джагадгуру сказал, что вайшнав никогда не чувствует привлечения ни к чему в этом материальном мире. Они всегда привлечены Бхагаваном Шри Кришной. Бхагаван Шри Кришна, он всепривлекающий, он привлекает всех джив, а мы неудачливы. Почему мы не чувствуем влечения? Почему мы не привлекаемся лотосными стопами Шри Кришны? И это естественно. Быть привлекаемым им, а почему мы из-за своей неудачи не чувствуем такой привязанности к лотосным стопам Шри Кришны. Бхагават-катха и сам Бхагаван, они не отличны друг от друга. Большинство людей, те, кто находится на пути бхаджана, они не могут понять этого. Что Бхагават-катха, она не отлична от Бхагавана. Я даже могу сказать, более чем Бхагаван. Бхагават-катха, она больше, чем сам Бхагаван. Бхагават-катха, она не отлична от Бхагавана. Вчера я говорил на хинди, но не все понимают хинди. И вот там я говорил, что в те дни Риши Муни, Брахманы, Вайшнавы, у них была огромная сила. Если они проклянут кого-то, это становится сразу же, проявляется. Вы можете изучить лилу Гауранги Махапрабху. Даже Шивас Пандит, он никого не проклинал. Он совершил ошибку. Какой-то преданный оскорбил Шивас Пандита и покрылся проказы вскоре. А в те дни брахманы уже теряли свою силу. Риши Муни, мы не можем говорить о них, они очень могущественны. Если они что-то говорят, это всегда сбывается, несомненно, это сбудется. Я говорил о Дварака-лиле. Вот Махарадж говорил на хинди о Дварака-лиле, и вот там эти ядовы, дети ядовов, ядовамши. Вот они играли там и здесь. You know, yesterday I was speaking. By the desire of Yogamaya. И по желанию Йогамая это происходило, поскольку те, кто ядовы, они не материалисты. Они паршады, не спутники Махапрабху, они спутники Шри Кришны, поэтому глупо ожидать, что они совершают какие-то серьезные ошибки. Это происходит по желанию Йогамая, Кришны. Кришна организует все это. И вот там, смотрите, эти риши Муни, Нарада Муни, Бхарат Радж, великие риши, возвышенные души, они пришли в Дваракадаму, и они отдыхали в одном саду, в Двараке. И вот в этом саду они отдыхали и совершали баджан. И тем временем те беспокойные дети в процессе своей игры
Они пришли и попытались как-то пошутить над Риши Муни. Они сказали: «О, Риши Муни, пожалуйста, скажите, вот эта женщина, она там, мальчик был переодетой беременной женщиной, Шамбу его звали. Самба. Вот, может, вы слышали имя Джамбавати. Она жена, одна из главных жен Кришны. Одна из восьми главных жен Кришны. И вот Джамбавати, ее сын Шамбу, они шутили там. И вот они, в общем, надели этого Самбу беременной женщины и спросили мудрецов, кто же родится. И вот они подошли к этим Риши Муни и шутя спросили: «О, Риши Муни, можете ли вы сказать, вот беременная женщина, кого она родит?» И Риши Муни разгневались на них и прокляли. Сказали, что эта женщина родит причину смерти всей вашей династии. Она родит какой-то железный предмет, который станет причиной гибели всей династии Яду. Ultimately, this can be the reason of the destruction of the whole Jadudistini. Really? И действительно ли это так? Что я хочу сказать? What I mean to say, immediately Риши Муни speaking. Как только Риши произнесли эти слова, Шамбу увидел, что среди его одежды какой-то железный предмет появился. И когда Риши Муни проклинают кого-то, то это так сразу и происходит. И что я хочу сказать? Трансцендентный звук. Всегда указывает на объект какой-то, который... Трансцендентный звук, он всегда значит не отличен от объекта, который он обозначает. Как Мадхавинда Пурипад говорит: «О Кришна, о Вриндаван». Когда Мадхавинда Пурипад говорит: «О Кришна, о Вриндаван», тогда, когда Мадхавинда Пурипад говорит: «О Кришна, о Вриндаван», тогда Вриндаван, он проявляется там в тонкой форме, не все могут видеть. В тонкой форме Вриндаван проявляется. И что я хочу сказать? Я хочу такой пример дать, чтобы доказать, что Харикатха трансцендентная, Харикатха трансцендентный звук, он не отличен от Бхагавана Шри Кришны, от самого Бхагавана или даже больше, чем Кришна. И это обещание Бхагавана Шри Кришны. Бхагаван Шри Кришна говорит: «Мадбхакта ятра гаянти татра тиштами Нарада». In front of Narad Muni. Перед Нарадой. In front of Narad Rishi. Перед Нарадой Риши. In front of Narad Muni. Бхагаван Шри Кришна speaking: «Нарад». Бхагаван Шри Кришна говорит: «О, Нарада, когда мои чистые преданные, когда они воспевают славу Бхагавана Шри Кришны, я имею в виду, просто они воспевают мою славу, то будьте уверены, что я присутствую там, в том месте, где это происходит». Можно вспомнить пример. Однажды Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад, он говорил Харикатху в Орисе, в одном месте, и все преданные слушали. И тем временем один старший преданный пришел и сказал: «О, Прабхупад, один маленький мальчик, он в огне,
Он попал в огонь как-то. Он умрет. Шрила Прабхупад улыбнулся и сказал: там, где происходит харикатха, там не может быть никаких проблем, ничего неблагоприятного. Можете пойти проверить, ничего с ним плохого не случилось. Они пошли действительно, несмотря на то, что он упал в огонь, но не обжегся. И вот Шрила Прабхупад говорит, что там, где харикатха происходит, там не может быть ничего неблагоприятного. И вот они пошли, убедились в этом. Эта шлока, с которой начал, она очень важна. Она вдохновляет нас. Вначале всего мы должны спросить себя. И вот я прошу вас, спросите себя. It is called self-interrogation. You like to cross Хотите ли вы пересечь этот материальный мир или нет? Or you feel comfortable? Или вы чувствуете себя удобно to live in this material world? Что в этом мире? Вначале вы решите для себя. Не говорите мне, решите. Решите сами, хотите ли вы пересечь этот материальный мир, та причина, ради которой вы приехали так издалека, почему вы теряете ваше время зря. Хотя мы знаем, если мы теряем часть секунды, то нужно будет восстановить это все. Нужно будет как-то выплатить за потерянное время. И вот первое то, что куда идти, куда не идти, что говорить, что не говорить, что думать, о чем не думать. Шрила Прабхупад, он плачет, говорит. И вот Шрила Прабхупад говорит всю жизнь. I am running from Kanyakumarika. Я путешествую от Канья-Кумари, это крайняя точка Индии, до Гималаев. Но я не могу найти ни единого человека, достойного человека, кто был бы по-настоящему заинтересован в учении Махапрабху. Имеется в виду, так говорится, кроме спутников Шрилы Прабхупады, которые снизошли с ним. И вот Шрила Прабхупад говорит, даже одну душу я не могу найти, которая по-настоящему заинтересована совершать Кришна-бхаджан. Может, они хотят совершать Нараяна-бхаджан. Но я не видел. Те, кто по-настоящему заинтересованы в том, чтобы совершать бхаджан Нанданадана Бхагавана Шри Кришне, невозможно понять. Нельзя почувствовать, что мы хотим, что Шрила Прабхупад хочет сказать, если мы хотим поклоняться, любить Нанданадана и Шриданадана Шри Кришну, до каких высот мы должны возвыситься, мы не знаем. Докуда мы должны возвыситься. Какова наша цель? Я не обманываю вас. Поверьте мне, под именем Харикатхи я никого не обманываю. Я сам иногда думаю, я должен прекратить все, поскольку далеко не все понимают, кто-то гневается, но все же я продолжаю. И те, кто не могут поддерживать даже какую-то простую материальную истину, материальную честность. Что я хочу сказать? Те, кто не могут поддерживать даже материальную честность, вы все слушаете Харикатху от них, чтобы быть обманутым. Я могу показать документальные свидетельства, что такие некоторые люди постоянно лгут, как в цирке. Как в цирке есть какие-то шутники. They are circus-like. They are playing the role of acharya.
И иногда такие шуты становятся ачарьями. И единственный инструмент, который у них есть, это их сладкие слова. И то есть они просто какими-то сладостями и сладкими словами заманивают людей, но это, несомненно, не является никаким тринадапи. Если вы пришли ко мне слушать трансцендентную харикатху, нектарную харикатху, Шримад Бхагават Махапурани, вы пообещали мне, что будете совершать баджаны, поэтому я пытаюсь помочь вам. Если вы не можете пообещать мне этого, то я тоже не могу ничего сделать для вас. Вы приехали издалека, чтобы совершать харибаджаны, поэтому я готов помогать вам, иначе у меня нет времени. И вот суть в том, много раз Шрила Прабхупада выражал такое беспокойство, что же делать, мы заняты материальными вещами всегда, мы привлекаемся чем-то или нам что-то не нравится, это наша жизнь, мы даже не можем выбраться из влияния материи. В то время как Шрила Прабхупад говорит, все 24 часа в сутки мы должны думать о лотосных стопах Гуру Вайшнав и Бхагавана каждый час. Мы не должны терять ни секунды времени. Это очень опасно для нас, когда же мы можем уйти из этого материального мира, кто знает. Наше общество сейчас, оно подобно обществу домохозяев, те, кто... Те, кто даже не понимает значения старшинства, думают, что кто самый старый, значит, самый старший. Но в Бхагаватам говорится, в материальном мире мы знаем, что старость надо уважать. Это концепция материального мира, что старость нужно уважать. Но к духовному трансцендентному миру, к пути баджана это неприменимо. Хотя это вот можно видеть на примере Шукадева Госвами, он был самый молодой среди всего собрания этих риши муни, но все же его отцы, деды, прапрадеды, они пришли, и чтобы слушать его харикатху. И вот они выразили почтение ему, поклонились и сели слушать. И это статус бхакты, подлинного бхакты, не забывайте об этом. Я говорю, вчера было введение о Дамодар-врате, Картик-врате, но более подобно времени у нас мало, и вот мы подготавливаемся к тому, чтобы говорить о Судама-випре. Мы хотим узнать о характере Судама-випры. Мы хотим получить подлинное учение Бхагавана Шри Кришны. Мы хотим обрести дружбу с Кришной. И если у нас есть желание обрести дружбу с Кришной, то у нас не будет желания дружить с какими-то посторонними материальными людьми. Вчера я говорил, когда вы когда вам надоело материальное общение, вы хотите избегать его. И тогда, если вы обретете асатсангу, то этот день будет плохой для вас. Я тоже могу организовать какие-то пиры, даже могу духовные пиры организовать.
не может организовать никто другой. Я не верю в какие-то расагулы и прочие сладости, а больше предпочитаю организовать праздник пир Харикатхи. Если вы хотите быть полностью счастливы, слушая Харикатху, то я могу сделать так. Я говорил о Картик-врате, что нужно делать. И вот во всем пути нашего баджана у меня есть решимость не в месяц Картика, а все 12 месяцев вечная Баба. Что такое вечная Баба? Я падшая душа, но все же пытаюсь удовлетворить Верховного Господа. Это моя решимость. По крайней мере, я пытаюсь что-то сделать. И вот я говорил о Судама Випре в самом начале. И о Судама Випре, перед тем, как говорить о Судама Випре, мы должны понять то, что преданные, чистые преданные никогда не чувствуют влечения к деньгам, положению, славе и прочим почестям. Они уже чувствуют влечение к лотосным стопам Бхагавана. Они слушают Харикатху, совершают киртан, они не вдохновляются ничем материальным, но так или иначе пытайтесь понять это. Что Судама Випра, перед Судама Випра я хочу начать. И вот вчера я говорил одну шлоку. И вот я говорил одну шлоку, времени было мало, и та шлока, с которой начал, я хочу объяснить ее. Тарша — это санскритское слово. Тришна, вы знаете бенгали? Если вы чувствуете жажду к деньгам, славе, положении в обществе, вишая Тришна на бенгали. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура на бенгали пишет, что это называется Вишая Тришья. О, Махарадж, я могу показать, что если кто-то очень богат, то есть можно наблюдать, что люди вроде как саньясу получили, положение ачарьи заняли, а занимаются отмывом денег. То есть я вижу такое, я ухожу из этого места. Если такие саньясу или ачарьи слишком привязаны к деньгам и к прочим материальным вещам, поскольку Шрила Прабхупада говорит, что те, кто собирает деньги, положение в обществе, почести, славу для своего собственного блага, своей пратишти, Шрила Прабхупада говорит, о Верховный Господь, благослови меня. И вот Шрила Прабхупада говорит, просит Господа, чтобы Господь благословил его, чтобы ему не нужно было видеть их лица до последнего вздоха. И вот такие люди, они пашанды, бессердечные. Все, что у меня есть, все, что у нас есть, мы должны занимать в служении Кришне, а не в служении себе. И вот вчера я начал объяснять первую строку, сейчас продолжаю. Если вы хотите избежать этой материальной жажды к материальным вещам, если вы хотите избавиться от всех анатх в вашей жизни и хотите пересечь этот материальный океан, чтобы достичь мира Вайкунтхи,
Упугиюман, Бабаучада Чатрамано Вираман. Это наилучшее лекарство Баба. Баба значит материальная Баба. Это материальная Баба, она уникальная, это уникальное лекарство, это Харикатха. Рупагиаман Харикатха. Она воспевается какими-то преданными. И те, кто по-настоящему заинтересованы в том, чтобы избавиться от анарх и всей материальной жажды, для них 10-я песня Шримад Бхагаватам. И там говорятся эти слова. Это наилучшее лекарство Харикатха. Nibritta darshay rupagiyamana, bhava ushad material in this material world. В этом материальном мире это наилучшее лекарство. Наилучшее это нектар. Если будем слушать такую харикатху, то наше сердце почувствует трансцендентное блаженство и тех слушатели Шанакади Риши, 16 тысяч риши в Намишаране. Когда Сутадев Госвами говорил Харикатху, они попросили Сутадев Госвами, о Гурудев, Jachinnatam rasagyanam sadhu sadhu pade pade. Oh, so tasty! Oh, so tasty! Oh, so tasty! Don't stop, give me! Продолжайте говорить эту нектарную харикатху, не прекращайте. Те слушатели говорили, к сожалению, сейчас можно видеть, что есть такие безбожники, которые против харикатхи выступают. We like to go to prasquata. This is our character. So whatever bandara can be there, whatever externally exhibition of Harikatha Kirtan can be there. But I'm sure there's no mangal. И еще можно наблюдать, что будут какие-то внешние такие собрания, в которые под видом харикатхи занимаются совсем другим. Если я буду продолжать говорить харикатху жизнь за жизнью, но все же я не знаю, будут ли слушать ее все или нет, поскольку обусловленные души, они независимы, так или иначе, они независимы, могут прийти ко мне или не прийти. Они могут внешне выразить почтение мне. И и вот это такое состояние обусловленных душ. Уттама шлока, кто такой Уттама шлока? Каково значение Уттама шлоки, вы знаете? Те, кто охотники, кроме охотников, кроме тех, кто убивает животных. И вот кроме тех бессердечных, кто может? Я даже могу доказать, что те, кто бессердечные, они тоже могут изменить свое сердце благодаря общению с чистыми преданными, как в случае охотника. Махапрабху говорит в Аллахабаде перед Санатана Гасая. Махапрабху говорит из Пуран. И вот Махапрабху говорит Санатане, это называется Санатана Шикша, Санатан,
по милости чистых преданных. Все, что же не может случиться благодаря общению с чистыми преданными, что ты не спрашиваешь, что может случиться, а лучше спросить, что может не случиться. Поскольку все может случиться, даже ты можешь обрести Кришна Прему, что есть редчайшее сокровище во всех вселенных. И это тоже возможно. Саду-санга. И вот благодаря саду-санге это может, даже это может произойти. В комментарии к этой шлоке Бхактина Такурия Шрила Прабхупад говорит, сарва сиддхи значит, даже Кришна Према возможно. Которое редчайшее сокровище. Мы тоже можем обрести это, что практически невозможно даже для полубогов. Кришна Према, она невозможна. Почему? О Бхагаватам говорится в пятой песне, что полубоги, они молятся лотосным стопам Верховного Господа, о Господь, из-за наших благих действий в прошлом. Мы родились на небесах. И вот те полубоги молятся лотосным стопам Верховного Господа, о Господь. Согласно нашим действиям, мы родились на небесах, как полубоги. Но, пожалуйста, если есть что-то хорошее, что мы сделали в нашей жизни. Если у нас есть какие-то заслуги, то, пожалуйста, сделай так, чтобы мы родились в Бхарат-Варше в Индии. Это полубоги просят. Они молят Господа о том, чтобы родиться на земле в Бхарате. Поскольку Вриндаван дас Тхакур Махашой говорит, если кто-то рождается в Бхарате, в Кармакшетре, там, где соблюдаются ведические ритуалы и прочие действия, в практической форме только в Индии можно это наблюдать все. Совершенным образом, где это все, ну, по крайней мере, каким-то образом совершается. Не всегда совершенным. Но в Бхагаватам в пятой части говорится, о Господь, если мы что-то хорошее сделали в жизни, то, пожалуйста, позволь нам родиться в Индии, в Бхарате, поскольку тогда мы можем получить возможность совершить харибаджан. Харибаджан возможен везде, но особенно полубоги молятся. И Бхактина Такура также молится в киртанах. И вот Бхактина Такура говорит в киртане, о Прабху, согласно нашей карме, мы можем родиться как животное или какие-то птицы. Это не столь важно. Но я молюсь твоим лотосным стопам, чтобы я мог помнить твои лотосные стопы, чтобы мог общаться с твоими чистыми преданными. Вот смотрите, я не могу объяснить. Вы должны чувствовать это сердцем. Саду-санга настолько редка, что я не могу как-то говорить об этом. Даже встретившись саду, обретя саду-сангу, большинство людей из-за своего ложного эго не падают. Если я следую моему Гурудеву, то все, что я делаю, все, что думаю, все, куда смотрю,
где сплю и все остальные вещи, они все будут находиться под контролем нашего Гурудева. А если мы лжецы, то не можем ожидать такого. Смиренные, преданные. Каково их, эти, каково их качество? Подлинные, преданные, все, что бы он ни делал, шел, говорил, смотрел, ел. Все, все действия, они контролируемы Бхагаваном, не каждый может поверить. Какие-то преданные, они знают, как я живу, о чем думаю, что ем, куда хожу, как, что и где делаю. И вот те полубоги, они молятся лотосным стопам Господа, о Господь, если есть какие-то заслуги, пожалуйста, позволь нам родиться в Бхарате. Кто избегает Харикатхи? Я хочу умереть. Это моя молитва лотосным стопам Бхагавана. Когда я умираю, пожалуйста, позволь мне говорить Харикатху. Я молюсь. А кто-то хочет избегать Харикатхи? Уттама шлока. Уттама шлока значит, пытайтесь понять, если вы не понимаете санскрит, все равно вы можете понять. Я могу объяснить таким образом, что даже если не понимая санскрит, все равно поймете. Уттама значит, что значит уттама шлока? Уттама шлока значит нечто прекрасное. Но это не подлинное объяснение. Вы говорите какое-то такое значение обычное. Но глубинное значение, грамматическое значение. Удгато. Вот так. Там, где вы не можете найти даже запаха тамы, невежества, там, где вы не можете найти даже запаха тамы, невежества, где абсолютно нет никакого невежества, не то, что невежество даже, запаха этого невежества. Пытайтесь понять. И вот значение уттама шлоки каково? Шлока значит, в Бхагаватам шлока. И вот эта шлока, она есть в Бхагаватам, в Пуранах. Особенно я говорю о Сатвагуна Пуране. Сатвагуна Пуране есть три вида Пуран. Тама Пурана. Есть три вида Пуран. Шесть сатвических. Шесть раджасических. Понимаете? Six Sattvic Puran, six Rajasic Puran, and six Tamasic Puran. И шесть тамасических. То есть шесть на каждую гуну его тамапураны. Они специально Бхагаван их организовал. По желанию Бхагавана. Эти шесть тамасических пуран для того, чтобы поддержать людей, которые прибывают в тамагуне, что, по крайней мере, у них был путь для того, чтобы выйти из этой тамагуны, поскольку до сатвы им очень далеко. И вот тамагуне можно наблюдать, что они курят эту ганжу, марихуану, но, по крайней мере, с чего вспоминают в это время.
какое-то благо обретают хотя бы в процессе употребления всяких веществ. Шивы помнят, а Шива чисто преданы. Нимнаганам ятха ганга деванам ачюто ятха вайшнаванам ятха самбу пурананди пурананам туидам бхагат. Вот эта шлока, она о Шиве. Здесь говорится, что подобно тому, как Ганга лучи из рек, так и Шива лучи из полубогов. И вот Шива, он внешне может выглядеть как-то странно, но тем не менее, он просто как полицейский, который носит такую форму, так и Шанкар Бхагаван управляет тамагуной, выглядит как-то так тамасично. Вот такие люди, они, по крайней мере, могут прийти к Шиве, полить его водой и совершать какую-то простую пузу, поскольку Шанкар, он не одобряет и не употребляет никаких тамасических вещей, в отличие от его последователей. Бамма Вайварта Пуран, Брахманда Пуран, Баман Пуран, Падда Пуран, so many Пуран. Есть множество Пуран, и вот они разделяются на шесть сатвических Пуран, которые помогут развить наше сознание до высочайших уровней, если мы следуем Гуру и Вайшнавам. Раджасические Пураны, они займут вас в различных действиях. Как Брахма говорил, очень занят своим материальным творением, у него нет времени ни на что. И вот те, кто следует Брахме, они всегда что-то делают, и все Пураны, как в тамасических Пуранах, Шанкар Шива, он является там, он не Верховный Господь, но для тех тамагун, они считают его главным среди всех. И вот в тамасических Пуранах утверждается, что Шанкар Шива, он наивысший. Нам в этих раджасических Пуранах, там Брахма утверждается, что он наивысший. Но в сатвических Пуранах, если их изучать, то можно видеть, что там Вишну, 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 Вишну. Что Вишну, имеется в виду Кришна, он причина всего. И таким образом, в соответствии с категориями, они, люди, обретают какое-то благо. И вот Уттама Шлока значит с помощью там шлоки, различных шлок из Бхагаватам, что там говорится. Бхагаватам. All different slokas, all different slokas of Bhagavatam. Они прославляют Верховного Господа. Их значение, каково внутреннее значение шлок, чтобы прославить Бхагавана. Понимаете, о чем я говорю? Прямо или косвенно? Все прославляет Бхагавана. И вот Уттама Шлока значит с помощью различных шлок из шастра. И все это прославляет ту Верховную Личность, которая зовется Уттам Шлока. Пытайтесь понять мою мысль, и вот все различные шлоки из Бхагаватам, из Вишну Пуран, они прославляют ту Верховную Личность. И он есть Верховный Господь, он Кришна или Вишну. И вот Уттама Шлока Уттама Шлока значит Уттама Шлока
Это слово обозначает самого Верховного Господа, понимаете? Уттама шлока — это слово, оно обозначает лотосные стопы Верховного Господа, ничего иного. И вот сейчас, вчера я начал с 88 главы, 10 части Шримад-Бхагаватам, и вчера я говорил, что это просьба Джива Госвамипада, просьба Парикшит Махараджа. И когда я говорю о Раджа Вача, то мы должны понять, что я говорится слово, начинающееся с Раджа Вача, имеется в виду, царь сказал, что это имеется в виду в то время, когда Бхагаватам говорился первый раз, когда в Шукратал Кшетри, когда Шукадев Госвами говорил, а Парикшит слушал. И вот Парикшит Махарадж говорит: «О Гурудев Бхагаван». Гурудев Бхагаван, если вы скажете, это нельзя сказать, что это неправильно. Кто-то жалуется, что во Вриндаване вот говорят: «Гурудев Бхагаван джайхо», но это не... Нельзя сказать, что это неправильно. Гурудев, он Бхагаван. И соответствии статва Сиддханты, Гурудев, он не отличен от Бхагавана. И вот пытайтесь понять, что я имею в виду. Это неправильно, когда вы смотрите на Гурудева. Если вы не можете видеть Радхарани или Нитянанду, в соответствии с нашей расой, то наш Гурудаша неправилен. Если вы, видя Гурудева, не видите лотосные стопы Нитянанды, то тогда наш Гуру Даршан, он неправильный. А те, кто в Расататве, те, кто не могут чувствовать, что Гуру Махарадж не отличен от Радхарани, то это, конечно, не каждый может, но это должно быть. Если вы смотрите на Гуру Падпадму, если вы не можете чувствовать, видеть лотосные стопы Нитянанды, то ваш Гуру Даршан неправильный. А если какой-то, еще если вы... А если вы делаете различие между несколькими подлинными садгуру, то это неправильно, поскольку подлинные садгуру, они онтологически не отличны друг от друга, как и гуру татва, она не может быть разделена на части, на одна и едина и неделима. И никакой манипуляции тоже невозможно. И вот суть в том, Парикшит Махарадж молится лотосным стопам Шукадева Госвами. О Гурудев, Бхагаван, он имеет безграничную силу. Бхагаван, он всемогущ. Гьяна вайрагья, эти, бхагасча ити иннана. Гьяна вайрагья счай, гьяна вайрагья счай, бхагасча ити иннана. All six kind of opulences, все шесть видов достояния, они находятся на лотосных стоп Шри Кришны. Все шесть видов достояния, богатств в своей полнейшей форме. В полной форме значит, все же, если мы
То есть качество Бхагавана, они безграничны, имеют безграничные силы, безграничное богатство. Как, например, если у Господа что-то забрать, какую-то собственность, то от него не убудет, поскольку у него все бесконечно. Бесконечное знание, бесконечная сила, бесконечное все, бесконечной степени, все шесть достояний. Glories, all glories to Sisi Guru Goranga. We speak now? All glories mean? Вся слава Шиши Гуру Гуранги значит, что вся слава, она, вся пратишта, она находится на лотосных стоп Нитянанды. Если вы хотите обрести какую-то пратишту от кого-то, то, ну, в смысле, пратишта, она находится в лотосных стоп Гуру Вайшнава, то вся слава, если вы стремитесь получить сами какую-то славу, то ничего хорошего в этом нет. Гьяна, знание, вайраги, отречение и все остальное. Оно в полнейшей степени. Точнее, даже в бесконечной степени. Если что-то из этого взять у Господа, то от него не убудет. Then Bhagavan going to lose some power, not there. Try to understand. If I take some opulence from Bhagavan, если я что-то возьму у Бхагавана, то его полнота не убудет. Complete opulences, I am taking something, so surely some opulences, you know, Bhagavan going to shock, Bhagavan going to lose some opulence, not there. Я имею в виду Сиддханта из Ишупанишат, с которого начал. И вот вчера из Ишупанишат я говорил о том, что Пурнавасту, каково определение Пурнавасту? Пурна значит полное. И если что-то возьмете, вот это Пурнавасту, и то же самое останется, поскольку это все бесконечно. Бхагаван, он имеет бесконечную силу, бесконечное, все в бесконечной степени. Если что-то взять у него, то это также останется. И вот это шесть различных достояние Господа. И вот Парикшит Махарадж говорит: О Гурудев, мы хотим услышать что-то о Верховном Господе. Мы хотим услышать что-то о Мукунде, который может даровать Кришна прему. Мукунда, тот, кто может даровать нам прему, наивысшее сокровище. Те, кто возвышенные преданные, они всегда думают о благе обычных людей, поэтому Махатманаха. И этот Махатманаха, санскритское слово, значит, те, кто возвышенные, чистые преданные, они всегда думают о нашем благе, как мы можем обрести наивысшее благо. И Парикшит Махарадж говорит, что Бхагаван, он всемогущ. И все шесть достояний, они пребывают в нем в полнейшей форме. Name and fame, Ananta.
И вот это просьба Парикшит Махараджа о Гурудев. Пожалуйста, объясните о Мукунде, о Кришне, который может дать вам прему. И после этого Парикшит Махарадж, он понял болезненную ситуацию обычных людей. Парикшит Махарадж, он понял такую болезненную ситуацию материалистов, поэтому он сказал. Бирамито бишешагьо бишаннукама марганай. The same shloka. И вот та же самая шлока, с которой начал. You can remember, I started in the beginning, I was explaining the shloka. Nibritta tarshe rupagamana, I spoke. This is the same shloka. Same shloka, almost same shloka. И вот Парикшит Махарадж говорит, кто тот дживатма, который может избежать слушания нектарной харикатхи. Кто такая падшая душа, кто, услышав нектарную харикатху о Бхагаване Шри Кришне, прекратит слушать? Can stop hearing again after getting this nectar, after getting this nectar, who is there? И кто же это? Кто такая падшая душа, кто прекратит слушать такой нектар? Кону срутья сакит брахман уттам сроко садкатаха бирамета вишешагьо вишанно кам маргане. Бишанно камо маргоней. Бишанно камо маргоней. Мин, материал people. И вот материалисты, они стремятся к, бегут за камы. Даже те, кто находится в одежде саду, все равно. Они не могут прикоснуться к Бхагаватам, к Шалаграму, к Нарисимхе и сказать, что они освободились от камы. И вот, услышав эту нектарную харикатху, кто такая падшая душа, кто может прекратить слушать харикатху, кроме тех, кто занят в какой-то каме. Те, кто все материалисты, они стремятся к каме. Все материалисты, они стремятся к каме. И все они. Это их материальная болезнь, кама. Парикшит Махарадж говорит, он приводит пример, как вы стреляете с какого-то лука со стрелами. Если эта стрела попадает в кого-то, то есть эти стрелы, они подобные стрелам камы, возделения. Одна стрела олицетворяет женщин, противоположный пол, другая с склонности к деньгам, богатству, другая стрела олицетворяет собой склонность к обретению славы, почестям, положению в обществе. Таком положении люди люди находятся в таком плачевном положении. Посмотрите, Парикшит Махарадж, он царь. Но он необычный царь, он Махабхагавата. И по милости Бхагавана, Гуру и Вайшнавов, у него достаточно разума, чтобы все осознать. И все обычные люди, они чувствуют проблему, поскольку эти стрелы. Matter, 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 material disease, going to finish.
поскольку они атакуемы все этими материальными желаниями. И Парикшит Махарадж прославляет Харикатху. Смарет башантам сираджангамешу синути таппунна катаха шакарнаха. Парикшит Махарадж будет glorify. И Парикшит Махарадж прославляет. Сабхагаджая тасья гунана. That is called your зовется. Speaking power. You have speaking power, no? That is called actually the glory of the speaking power. If we can speak about the glories of Bhagavan. И вот если мы сможем говорить о славе Бхагавана, это и есть могущество нашей речи. Если наша речь занята в прославлении Верховного Господа, то это достойное применение ей. Если ваша речь всегда прославляет Верховного Господа, это и руки, каковы слова рук? Если ваши руки совершают служение Бхагавану, и вот если они совершают служение Бхагавану, это достойное применение, и такие руки достойны прославления. И ум, тот ум, который прославляем, если он помнит Верховного Господа, то это хорошее применение вашему уму. Если вы удачливы в том, чтобы занять ваш ум в Ванисеве, я знаю, это сложно. Кто-то сложно кому-то переводить, поскольку нужно полностью сконцентрироваться. Но все же мы должны. Если мы не сможем, то вы потеряете ваше положение. Если вы находитесь в связи с Гуру-Варгой, тогда вы чувствуете силу и уважение других людей. Я знаю, это сложно для вас, но все же пытайтесь. До тех пор, пока вы не станете совершенными благодаря служению, если вы будете совершать Гуру-Севу, если вы не... Мы должны продолжать совершать служение, и милость, она придет к нам. Но мы не знаем, когда эта милость придет. Чем больше мы совершаем Ванисевы, тем больше милости приходит к нам. Никакая сила не может разрушить нас. They can get destroyed. You can find. Practically you can so. Those who go against Guru Varga Harikatha, totally destroyed. Я много раз наблюдал тех, кто выступает против Гуру Варги, против Харикатхи, они, такие люди вскоре сталкиваются с неудачами. Кто-то думает, что кто-то эффективный ачарья, но нет, это далеко не всегда так. С помощью Гуру-Варги я совершаю все, если вы помните это, то главная ошибка, то, что ваша ошибка, то, что вы думаете, что вы сами делаете, когда вы чувствуете, что вы делаете по милости Гуру-Варги, то вы получите достаточно силы. Когда вы чувствуете, что по милости Гуру-Варги мы говорим Харикатху, переводим, то тогда вы обретете силу, а в тот момент, когда вы думаете, что вы устали, заболели, еще что-то, то вы потеряете силу.
Вирамита вишешагьо вишаньо кама маргана сабхага жаята шугуна нагринити каруча тат карма кару манасча смарит басантам сираджан мешу синоти тат пунна ката сакарна. That is called ear. That is called actually ear. Это те уши. Если они слушают харикатху, то это достойное применение ушам. А если слушают всякую ерунду, то ничего хорошего. И вот однажды к Шриле Прабхупаде пришел доктор, Шрила Прабхупад начал жаловаться, что его ученики запрещают ему говорить харикатху, поскольку он очень стар. Но Шрила Прабхупад сказал, что если я не говорю харикатху, я чувствую себя больным. И вот Шрила Прабхупад говорит, что без не говоря харикатху, он чувствует себя более плохом состоянии, чувствует удушье, если он не говорит харикатху. Когда я говорю харикатху, я тоже чувствую себя очень хорошо, как в случае с Чайтанья Махапрабху в Гамбхире, когда Сварупа Госвами и Рай Рамананда говорят о Прабху. Говинда очень гневается, нам нужно уходить, уже темно. И Махапрабху пришел и говорит, вы говорите о моем отдыхе. Когда вы говорите харикатху, о славу, когда мы воспеваем славу Бхагавана, то это есть подлинный отдых. И когда вы уходите, я чувствую себя более больным. Я не могу уйти из этой комнаты. Я хочу уйти, чтобы встретиться с Кришной. Где же Кришна? Махапрабху, он подобно сумасшедшему, он хочет выйти, чтобы встретиться с Кришной, но сталкивается с стеной и ударяется мне. И Махапрабху говорит, вы думаете, что думаете о моем отдыхе? И когда вы говорите харикатху, это мой подлинный отдых, а когда вы уходите, то моя болезнь, она обостряется, и я чувствую себя неудобно. Я не могу найти себе место. Башантам сираджангамешу сринат синоти такпунна ката сакарна. That is called ear. И уши, те подлинные уши, когда они заняты в слушании харикатхи. И пока ваши... А когда вы говорите всякие материальные вещи, то уши они уже не... занимаются достойным делом. И вот на пути такие люди, которые под видом духовного занимаются сбором каких-то денег или еще чего-то, то, по сути, такие люди являются нищими. Парикшит Махарадж имеет огромную любовь к Кришне, конечно, не сравнить с Враджаваси, но все же у него огромная любовь, огромная вера в Кришну. И Парикшит Махарадж говорит, он прославляет Сирасту тасшо вайалинго манаме. That is called your head. Your head. Your head have some cow dung inside that. If you open and find some cow dung. Nothing else. Never mind. Out of love I am speaking.
I know you are intelligent. But there yet is written. И вот здесь говорится. Сирасту тассо вахи ухайолиньо манаме. Сирасту тассо ухайолиньо манаме. That is called your head. If you are paying to... Достойное применение вашей головы — это склоняться перед Вайшнавами. Если вы прикасаетесь головой к земле в процессе поклонения Гуру Вайшнавам, то это достойное применение вашей головы, иначе нету толку. И вот Парикшит Махарадж говорит. Если ваши глаза, они видят красоту материальной природы, то ваши глаза нужно, то нет толку. А если ваши глаза ищут возможности посмотреть на красоту Кришны, Гуранги, Гуру и Вайшнавов, то это хорошее применение вашим глазам. А если ваши глаза, они заняты поиском каких-то материальных наслаждений, то толку нет от этих глаз. И я по этому поводу историю расскажу. Был Сурьядас, я совершал парикраму во время Кришны. Был один Сурьядас, он всегда воспевал во имя Шринатха Гопала, он пел киртаны в Надхадваре Шринатха. Там в Шринат есть Гавардхан Дари Гопала. И вот я расскажу историю по этому поводу. И вот Шринаджи в то время, он был там на Гавардхане, когда Махапрабху пошел получить даршан. Шринадха в Гавардхане. И вот впоследствии Валабхачарья, сын Валабхачарья, он решил, чтобы Гопала переместить в безопасное место, там мусульмане напали на Вриндаван. И вот они решили Шринатха в Гуджарат увезти. И вот он был слепым. Кто? Сурдас. Он был полностью слеп с рождения. Но он любил Кришну. Он воспевал славу Кришны. И однажды он пришел к Гаргамуни. Я две истории расскажу. И вот он подошел к Гаргамуни и сказал: «О, Гаргамуни, вы очень могущественный саду, почему бы вам не даровать мне глаза, не восстановить мне зрение? Я знаю, вы очень могущественный саду, почему бы вам не восстановить мое зрение? Я знаю, что Кришна родился вот там-то, и все, кто видят лотосные стопы Кришны, я слеп и не могу даже лотосных стоп Кришны увидеть». И вот Гаргамуни однажды сказал ему, Сурдаса: «Ты говоришь правильно. Ты увидел кого-то внутри своего сердца». Гаргамуни спросил у Сурдаса: «Ты увидел кого-то в своем сердце, да или нет?» «Да, какой-то прекрасный мальчик цвета Шьяма, цвета свежего грозового облака». И Гаргамуни сказал: «Он и есть Кришна.
нас, ты воспеваешь славу Кришны, и Кришна вынужден прийти внутрь твоего сердца, чтобы получить, даровать тебе свой даршан. Чушь, ты беспокоишься? Нет, хочу зрение все равно. Хорошо, отдам тебе зрение. Но ты должен отдать обет, что ты будешь смотреть только на Гопала и Говинду внутри своего сердца, когда... А когда ты получишь, обретешь зрение, будешь, кроме Кришны, видеть всякие материальные вещи, каких-то недостойных людей, мусор вокруг и прочее, и Кришну тоже будешь видеть. И вот, а сейчас ты видишь только Кришну внутри своего сердца. А если дам тебе материальное зрение, то все будешь видеть, что вокруг происходит. Хочешь ли ты этого? И вот он сказал, нет, лучше не надо, буду созерцать Кришну внутри моего сердца, и этого мне достаточно. И другой пример я могу привести о Сурдасе. Он тоже Сурдас. И вот он родился здесь, в одном месте. Его Бхаджан-кутир можно найти в Чандра-сароваре на Гавардхане. Много раз я был там во время парикрамы. Сейчас времени нет, но раньше был. И вот его там тот Шинаджи Гопал в то время был в Джотипуре. Джотипур — это место на середине. В общем, посередине парикрамной дороги, это Джатипура, там в Раджавасе совершили Анакут, и этот Шинаджи был там, в Джатипуре. Это далеко достаточно от Чандра-саровара, и вот с этого Чандра-саровара слепой Суридас, он с помощью палки, он пел киртан и шел до Джатипура, чтобы получить даршан Шинадха. Хотя как, он слеп, идти там очень далеко. Можно подумать, зачем он туда ходит, если он слеп. Что толку идти? Но глупо спрашивать, он не слеп. И подлинные глаза у него есть. А я слеп, но все же у нас есть глаза, но все же мы слепы, поскольку не можем видеть Гуру Вайшнава и Бхагавана. Он внешне слеп, а внутри нет, поскольку может видеть Верховного Господа Шринатха Гопала. Каждый день он оставил свое тело лет 125, где-то так. 90 years. И вот там были землетрясения, проливные дожди, всякие эти неблагоприятные погодные условия, неважно, что происходило по пути, любой ураган, он все равно приходил к Гопалу, чтобы получить его даршан, и он воспевал киртан, его славу. Он был слеп, и вот никого, кроме Гопала, не было в то время, народу меньше было. Может, человек там 10-20 приходило в день, и вот он вечером или вот утром приходил и пел киртаны, и Гопал, они приходили, Гопал приходил, спускался с мандира своего и садился рядом и слушал. That devotee, Surdash,
И Гопал слушал Харикатху. Гопал сидел и слушал. Я вот могу эту картинку показать. И настолько это все прекрасно. И после Харикатхи опять он опять возвращался в свой этот мандир. Этот, в смысле, Суритас шел назад в свой баджан-кутир. Ел что-то. Я обещаю вам прикасаться к Бхагаватам в тот день, когда вы осознаете, что такое Харибаджан. В тот день, когда вы осознаете, что такое Харибаджан, вы не сможете его оставить. Как Садхананда Прабху. Он вечный спутник Шрилы Прабхупады. Если вы... Садхананда Прабху — это его естественная функция, и не можете его оставить, неважно, что вы с ним сделаете. Я удивляюсь, как это. Я никогда не думал, что он иностранец. Он имеет качество, наилучшее качество брахмана, брахманов и вайшнавов. Я чувствую себя ниже его. Я никогда не думаю о нем, что он что какой-то иностранный преданный или индийский преданный. Нет, я смотрю на сердце. Если кто-то совершает баджаны, я выражаю почтение таким людям. Может, кто-то находится далеко, где-то в Германии, но если он следует всем наставлениям, совершает баджан, то я выражаю почтение таким людям. И вот однажды Сурьядас пришел, свой баджан-кутир и по дороге упал в колодец. Не обычный колодец, а сухой колодец, как засохший. И вот Сурьядас сидел, совершал киртан и упал в колодец. И начал звать: «О, Кришна!» И Кришна пришел, схватил его, вытащил из колодца. И Шинаджи поймал этого Кришну. И вот Гопал сразу пришел, спас своего преданного Сурьядаса. Сурьядас, в свою очередь, поймал Кришну. Кришна сказал: «Зачем ты меня поймал? Как ты ж мой Гопал?» «Нет, я не Гопал, просто мимо проходил. Увидел, ты упал, решил тебе помочь. Нет, ты мой Гопал, несомненно». И вот Кришна, он вырвался и убежал. И Сурьядас начал плакать и говорить: «Что ты очень могущественный, я просто какой-то пожилой человек. Что ты уйдешь от меня, оставив мне руку? Я думаю, ты будешь более могущественен, если сможешь уйти из моего сердца. Иначе ты слаб. Ты более слаб, чем я, поскольку ты не можешь уйти из моего сердца». Вот еще два случая случилось с Шинаджи и с Сурьядасом. Вот времени у нас мало. И это зовется так, достойное применение головы в том, чтобы склонять ее перед Гуру Вайшнавами. И уши. Они зовутся настоящими ушами, если мы слушаем Харикатху, иначе они подобны просто отверстиям в голове. И в Бхагаватам говорится: и вот в Бхагаватам говорится, наши уши,
То есть достойное применение нашим ушам в том, чтобы слушать Харикатху. И вот. Сирасту тассо вайолинго манаме яд пашшати тадхи чакшу. Если мы слушаем достойное применение нашим глазам, это смотреть на красоту Бхагавана и его спутников. Когда наше тело, оно совершает. И вот когда мы принимаем, берем воду Мушиштупа Гоу и Вайшнава, или пьем Чарнамриту, или помещаем ее к себе на голову, это зовется. То есть жизнь такого человека, она успешна. Те, кто прославляет, поклоняется Чарнамрите Вишну или Чарнамрите Гуру Вишнава, и такие люди, они, их жизнь успешна. И вот сейчас я пару слов произнесу, и на сегодня конец, продолжим завтра. Это чувство, о чем я говорю, так долго это чувство Парикшит Махараджа, пытаюсь понять то, что я говорю, долгое время это чувство Парикшит Махараджа. Парикшит Махарадж чувствует это, и вот Сута Дев Госвами. Я сейчас перемещаюсь в вторую сессию Бхагаватам. До этого мы говорили в первую, где Бхагаватам. Парикшит Махарадж слушала, сейчас возвращаемся в Наймишаранью, второе слушание Бхагаватам. Сута Дев Госвами говорит. Вишну ратена шампришто Бхагавана Бадраяни Васудеве Бхагавати Немагна Хрудайо Абхабрит. I can explain tomorrow. Now you hear the word only. Shuto Vacha, Sutadev Goswami speaking. Vishnu Rath is the name. Vishnu Rath is the name of Parikshit Maharaj. Why and how? That I can explain tomorrow. Vishnu Rathena Sampristo Bhagavan Badrayani Vasudeva Bhagavati Nimagna Hridayo Abhavrit Shishuk Vacha. Again I can go to the first session of Bhagavatam, where Sukhdev Goswami is speaking to Parikshit Maharaj. Krishna Shashit, Krishna Shashit Sakakaschit, Brahmano Brahma Vittamo, Virakto Indiyartheshu, Prashanyat Prashantvatma Jitendriya. Shri Sukhdev Goswami is speaking. Krishna Shashit Sakakaschit, Brahmano Brahma Vittamo, Виракто индиартешу, прашаньятма житендрия. What speaking? Krishna svashit sakakaschit, brahmano brahma vittama, Виракто индиартешу, прашаньятма житендрия. Ванча калпатрубаси кепасинди бхавича патитанам паванапа, башна бхио намон. Нибритта тарша ирупугия манат, Бабушадат Чатрамано Вирамат, Каоттама Слоку Гунану Бадат, Бирамета Бина Пашугнат, Ванчакалпатурваши Кепасиндабхавича, Патитананг Павана Бхо Вишна.